Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Ну, давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны –